Всем привет! Сегодня я получил посылочку. Эту посылочку мне выслал один из моих подписчиков. Внутри находится вот эта посылочка. Внутри находится тайна, загадка. И сейчас мы узнаем, что там. Фу, бляха. Ужас, просто ужас. У меня сейчас аж такое впечатление, что сжимается что-то в голове. Вот реально боюсь. Такое впечатление, что я сейчас умру. Бля. Бля. Нечто очень и очень интересное. Я совершенно недавно снимал о нем видео, где-то месяц назад, до поездки в Киев и в Турцию, я говорил это. То есть, сейчас увидим, что это такое. Смотрим. Итак. Лечение хронических и вирусных заболеваний стало возможным. Без таблеток и уколов прибор, который уже испытали на себе десятки тысяч человек, показал свою эффективность. При большом количестве болезней, в том числе при диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях почек, суставов, варикозе, болезни Паркинсона и много-много других, где официальная медицина неэффективна, катушки Мишина, ссылки под видео. Вот. Наверное, какой-то БТГ. Что же это может быть? Вот такая вот интересная. Так. Вот такая вот вещь. Ага. Какая вот тяжелая штука. Ого. Это вот такая вот пластина, но она поврежденная. Вот цепляются два электрода вот этих. Ну что, вот я и привел божеский вид. Все мы знаем истории, былины, сказки, когда брали, допустим, на поле битвы павшего воина, порубанного на части. Но такие раны смертельны, теперь не умрет. Но вернуть сюда его сможет только живая вода. Далеко ли собралась? Мне живая вода нужна. Она многим нужна. Поливали сначала мертвой водой, все срасталось. Потом брали-брызгали живой водой, и человек воскресал. Сейчас мы попробуем сделать живую и мертвую воду. В больнице к нам выписывают кучу различных лекарств, от которых, если честно, толку ноль. Ну, от большинства, по крайней мере. Чем же лечиться, как быть? Когда-то давно, я еще учился в школе, общался со своим дядькой. Он мне рассказал про такое устройство, которое из обычной воды делает и живую, и мертвую. То есть я этим, сразу говорю, ни разу не пользовался. Ну, допустим, порез серьезный. Берете... Если порез в мертвую воду, порез очень быстро заживает. Потом живой водой, и вся рана затягивается и восстанавливается. Так, внутреннюю пластину. Здесь была вот такая вот пластина. Я даже не знаю, что это за материал использовался. Оно не магнитится, но только проводящее. Она была разбитая. Вот. Я поменял на... пластину из нержавейки, вот это у меня магнит, а здесь тоже вроде нержавейка, но она магнитится, но я на середину поставил такую же самую нержавеющую, не магнитную, внутри вот это вот, хотя сбоку вроде нержавейка, но она магнитится. Итак, попробуем. Так, первое, что включим, что произойдет? О, он еще и играет. Так. Музыкальный. Интересно. Сейчас мы попробуем залить воду. Воду, кстати, нужно брать профильтрованную или магазинную, которая типа с артезианской скважины.
Нам нужно брать, короче, максимально очищенную и чистую. Поэтому я сразу для этого дела купил воду. И попробуем, что из этого сейчас получится. Здесь вот такие вот мембраны. Кстати, этот Эковин, или как он там называется, очень активно использовался, потому что здесь очень много осадков. Сейчас попробуем, что у нас получится. Так, здесь стоит, кстати, геркон. Вот эта крышка от него, аналит. Это, я так понимаю, ну, мертвая вода, это живая. Я надеюсь, ничего не перепутал. Или наоборот, какая разница? Вот это вот. Здесь магнит, здесь геркон. Но мы используем неодимовый магнит. Так, смотрим. О. Вот. Вот сейчас, видите, загорелся датчик. Значит, процесс пошел. Я специально взял, снял, ну, крышку, потому что и поставил просто магнит для того, чтобы можно показать процесс, что там происходит внутри. Видим, да? Активация. То есть процесс превращения мертвой и живой воды происходит. Кстати, на самом деле, это промышленный вариант. И эта вещь стояла, я так подозреваю, в больничке. Откуда взял мой подписчик вот этот вот приборчик. Но я так понимаю, где-то в больнице он стоял. Смотрите, какая идет активность. Видите? То есть процесс приготовления воды в полной мере. Я думаю, четко видно. Ну что, я так подозреваю, минут 15 оно должно постоять. И посмотрим, что из этого получится. Я ставлю на 15 минут, и через 15 минут я включу видео. Посмотрим, какого цвета вода. Так, осталось 3 минуты до окончания. Честно говоря, будете в шоке, но я слышу запах хлорки. Вот в середине слышу запах хлорки. Здесь запах кальция. Да, кальций, хлорка. Казалось бы, то есть в этих водах не должна быть хлорка. Это обычная колодезная, ну не колодезная, а кранная вода, очищенная, еще и хлорированная. Я просто в шоке. Здесь хлорка выделяется. Офигеть, хлорка. Просто исчезает. То есть эта вода действительно, ну я не знаю, ну целебная получается. Хлорка, короче, газ, хлористый газ, он испаряется. Здесь кальций оседает на стенках, потому что я, кстати, мыл вот эту вот штуку. Так, последние секунды. Все. Раз. Выключаем. Ну что, как я и обещал, попробую сначала мертвую воду. Так. Честно говоря, вид у нее желтый, не внушает доверия. Я, наверное, многовато ее набрал. Так. Yeah.
специально без монтажа буду вот этот кусок вырезать не буду, чтобы вы не сомневались, что я пробую вот именно вот эту воду. Еще раз показываю. Желтого цвета. Фу, бляха. Хлоркой? Вот реально хлоркой воняет. Вот, бля, я бы никогда в жизни вот так берешь. Ноль хлорки. Вообще не слышно. А так такой сильный запах хлора, что я в шоке. Ужас, просто ужас. Бля, я боюсь, вот реально просто боюсь пить. Фу. Блин. Короче. У меня сейчас аж такое впечатление, что сжимается что-то в голове. Вот реально боюсь. Такое впечатление, что я сейчас умру. Бля. Вкус, как будто я с-под крана воду пью. Хлорную. Я в ужасе. Блядь. Фу, какая гадость. Так, ладно. Третий лоток, я больше не буду. Блядь. Блядь. Фу, какая гадость. Просто ужас. Ну что, пробуем так называемую живую воду. Ой, бля, мне уже плохо. Не буду сильно много, но я в бане что-то, но мне не очень нравится. Надеюсь, что живая не такая отвратительная. Ну, это хоть, по крайней мере, без хлорки. Цвет белый. Нету там какой-то осадок есть, но это, наверное, прошлый. О, а это есть такой вкус, если кто-то в детстве пробовал мел на вкус, я в школе, кстати, любил мел пробовать на вкус, вот что-то есть такое, как будто кальций присутствует, еще какие-то, да, это получше. Живая вода поярче. Вкуснее. По крайней мере, хоть пить можно. А это просто... Это просто ужас какой-то. Фу. Ну, короче, пишите комментарии. Может, я что-то неправильно сделал. Все, что вы думаете по этому поводу. Всем всего хорошего. Пишем свое мнение. До свидания. Счастья, удачи. И спасибо... Андрею, я фамилию забыл, моему подписчику, кто выслал вот этот вот аппарат. Спасибо огромное. Я надеюсь, что я не скопычусь. Ну, в принципе, мне плохо не стало. Несмотря на то, что вкус отвратительный. Фу, блядь. До сих пор воняет хлоркой. Я с детства ее не переношу. Ну, чтобы вы знали, о таких водах это обычная крановая вода, обработанная, отфильтрованная. Потому что это не с колодца и не с артезианских скважин. Обычная крановая вода. Я просто в шоке. Вот такая вот херня. Всем счастья, удачи, до свидания.